Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ну, зайти ты не можешь, что ли? Ладно, через 15 тебе звонит. Ну, через 15 не приедет. Здесь давай куда-то вдвоем. Вдвоем? Здесь это мало полбутылки на двоих. На одного человека. Пол? Ну, смотри, я полбутылки, ты полбутылки. Какой полбутылки? Я вообще только выпью. Ты дура, что ли, Лиз? Нет. Да, Лиза, тебя не спали! Ты моего папу знаешь, он меня спалит. Да, Лиз, тебя не спалят. Тем более, ты домой во сколько? 6. А сейчас 3. А вдруг мне скажет? О, Господи. Ля, вот у тебя мама вообще тебя не палит никогда. Один раз это было. А меня это было один раз, и в этот же раз мне спалило. Лиз, ты, мне нужно тебе показать переписку с Сергеем Юрьевичем, смотри. Нет, я в перископе. Лян уже с Соней не спалили. Да. Короче, Лиз, смотри. Садись сюда. Ок, смотри. Ну вот общаемся, он такой: слушай, Лян, можно один вопрос? Да. Не особо скромный, я тут у тебя на странице увидел. Можно? Да, можно, что увидели? Ой, блин, я... И что он спросил, ты ли это? Такой, да я случайно сохранила, это не я. Это у нас? Фото-то очень красивое. Как я буду учиться в этой школе с такими учителями? Нет, его сломали, я не верю в плохое. Ой, кто смотрит? Никого знакомых нет. Короче, смотри, да я случайно ее сохраняю. Фото-то очень красиво. Нет, это не у нас. А стены как в школе. Жаль, я уж хотел респект за смелость кому-то преподнести. Думал, из наших кто-то смелый. А фото и правда да классно. Я отказываюсь в это верить. Это точно, аха. Ты уж меня извини, Иван, мы поздравил. С чем мы завтрашним днем выражаем? Лиз, короче, прикинь. Может, сейчас...